более 26 тысяч человек. В этом году День тысячи велосипедистов собрал рекордное число участников. Отправился в поездку и Максим с дочерями, трехлетней Мирой и полуторагодовалой Миланой. Мужчина посадил девочек на коляску. Что, привыкали к спорту? Как обычно, как положено, как должно быть, чтобы они просто были здоровыми. В заезд также отправились паралимпийцы. Они передвигались на хендбайках. Это велосипеды, которыми управляют с помощью рук. Кроме того, организаторы предложили участникам сделать костюмы. Горожане проявили креативность. Один примерил образ ангела, другой – пилота, третий – жениха. Со свадьбы сбежал? Со свадьбы? Велик важнее. Чем жена? Невесту бросил, да. На велосипед сел, поехал. Невеста сказала, выбирай либо я, либо велик. Да, да, да. Вот любители спорта преодолели дистанцию между площадью Ленина и Конгресс-холлом. Для участников организовали музыкальное сопровождение. Масштабность звуковой системы была под стать событию. В разгар поездки велосипедистов окатили водой. Работали поливомоечные машины. Традиционно принял участие в заезде и мэр Уфы. Ратмир Мавлиев отметил, что это событие – возможность проверить велосипедную инфраструктуру города и популяризировать двухколесный транспорт. Кстати, в этом направлении у башкирской столицы уже серьезные успехи. Это мероприятие, оно у нас второе в федеральной повестке, то есть впереди только Москва. Я глубоко убежден, что в следующем году мы сможем обогнать и Москву по количеству участников и по увеличению в этом направлении. Впрочем, отметил Ратмир Мавлиев, наш город уже велосипедная столица России. В Москве проживает 10 миллионов человек, в Уфе – миллион. В пропорции в башкирской столице велосипед популярнее, чем в Златоглавой. Артем Сулейманов, Эльдар Гареев, вся Уфа.